1928 год, последнюю графу, 500 с вопросом. У нас нет точных данных, сколько оставалось церквей к 1939 году на территории РСФСР. Они разнятся. Некоторые оценки говорят 100, некоторые говорят 400. Вот я беру самую большую оценку, там 500. Но только если мы учтем, что до революции, ну, правда, по всей империи, да, учитывая другие регионы, там было больше 50 тысяч. При этом на самом деле их было меньше, потому что многие, это только официально закрытые, а многие были закрыты неофициально. Например, подсыпные пункты зерна в колхозах. Формально церковь действует, а на самом деле в ней зерно лежит. Вот, ну вот, собственно, минус – это сколько закрыто, да, это уменьшение, это сколько закрыто. То есть вот даже после, ну, то есть понятно, что вот за 3 года закрыто больше 8 тысяч, потом за 5 лет около 12 тысяч церквей закрыто, да, ну и потом за 2 года еще около 12 тысяч. Понятно, что особо интенсивные периоды – это 29-й, 31-й и 36-й, 38-й. Это снятие с регистрации приходов, чтобы не было им повадно выдвигать батюшек и активистов в советы. Да? Потому что как, ну, снять с регистрации, все, значит, некому выдвигать-то. Но, конечно, это только часть большого террора. Я должен коснуться, чтобы немножко так контекст показать приходского вопроса, на фоне чего разворачивается, собственно, антиприходская кампания. И в результате мы должны, конечно, вот, ну, это была, этот тезис был сформулирован, собственно, Хрущевым в его докладе на 20-м съезде, да, что Сталин совершил преступление перед партией, да, что, собственно, большой террор – это кампания против советской партийной, культурной, военной элиты. Как сейчас мы можем понять, эта элита, разные есть оценки, она примерно там от 5 до 7% занимает среди жертв большого террора. Ну, может быть, 10%. Вот. А остальное – это народ. Крестьяне, священники, домохозяйки, медсестры, прачки. Ну, вот, собственно, этот постер с жертв, расстрелянных на Бутовском полигоне. Там в списках Бутовского полигона, там они очень хорошо, это видно, этот социальный срез, он весь, там все. Железнодорожники, водители трамваев, учителя. И в результате, значит, 1,6 миллиона репрессировано за 2 неполных года, и из них расстреляно около 700 тысяч человек, и неизвестное число погибло во время следствия. Самое как бы яркое в приходской жизни этого периода – это то, что она продолжается. Она продолжается абсолютно стихийно. Она продолжается со священниками или без. Она продолжается с монашками, если они выживают где-то, которые, ну, грамотные, могут книги читать, службу знают, или без них. Они продолжаются в вырытых пещерках или в домах, где там живет, например, батюшка или та же самая монашка, или просто бабушка благочестивая, или старичок. Иногда они группируются вокруг какой-то святыни из разрушенного и закрытого храма, иногда и просто так. Вот, например, Новосибирская область. При закрытии молитвенного дома в деревне Шумилово Тагучинского района Новосибирской области в 1933 году коллективизация. Верующими была взята к себе на дом часть икон, в частности, большая икона Казанской Божьей Матери. Это советский документ, поэтому там так написано. Была перенесена на квартиру гражданина Романенко, Н.С., проживающего в селе Борцево Тагучинского района. В большие церковные праздники на квартиру Романенко собирались верующие для общей молитвы и чтения церковных книг. А возвращается батюшка, если он выжил, из
лагеря или из ссылки. Он начинает служить. В Рязанской области к 1948 году там сотни было таких батюшек. Почему-то там им Рязанской области очень повезло. Сотни. Вот как мы можем оценить число этих приходов, которые существуют за границами советского законодательства? Только оценочно и по косвенным данным. Например, вот по этим. Потому сколько открылось приходов во время оккупации на оккупированной территории. Не вся страна, только оккупированная территория. Они открылись очень быстро. Они открылись, большинство приходов, мы это знаем, в течение первых нескольких месяцев оккупации. Это могло только произойти, если они там уже были. Да? То есть, а что произошло? Советская власть ушла, очень часто немцы еще не успели прийти, а там мужики пришли, замок с церкви сбили, если церковь, и там клуб, например, выкинули, все клубное, церковь, значит, оборудовали. Немцы пришли, там уже церковь. Ну, немцы сразу, так сказать, выстроились, фотографа пригласили, сфотографировались, пошли дальше. Вот, а потом говорят, это, мол, коллаборационисты. Угу. Значит, около 10 тысяч только на оккупированной территории. Эта цифра, ну, потому что в сумме, да, эта цифра примерно соотносится как с нашими современными подсчетами, так и с подсчетами советской власти. Около 10 тысяч церквей открыты на оккупированных территориях. Понятно, что самая в этом смысле такая была благоприятная, это условно говоря, ситуация на Украине, которая была полностью оккупирована. С Россией было сложнее. Поэтому, например, в Воронежской области, которая была частично оккупирована после войны, в западной части церквей было десятки, а в восточной – единицы. Епископ даже предлагал советской власти, он говорил, ну вы хотите, чтобы я позакрывал церкви? Ну хорошо, ну, давайте мы поменяемся. Мы там закроем, а тут откроем. Не, так не пойдет. Это хитер очень. Вот, то есть десятки тысяч. А сколько их в тылу? Те, кто не имел возможности легализоваться. Видимо, такой же численный порядок. Мы не знаем, никогда не узнаем, видимо. Такой же численный порядок. Вот вопрос иногда возникает. Сколько, да, ну как вот. Русские люди, с одной стороны, были мучениками, а с другой стороны, они разрушали церковь. И вообще, вот страна Россия, как бы, после 20 века, она христианская страна или нет? Ну, обычно, когда пытаются ответить положительно на этот вопрос, апеллируют к истории, к культуре. А я думаю, что нужно, конечно, апеллировать к опыту поколения новомучеников по очень простой причине. Потому что вот на этой фотографии из пяти здесь изображенных, но это монашествующее, да, это тайная монашеская община, это не приход в данном случае, но это все равно не имеет значения. Из пяти на этой фотографии трое были репрессированы. Двое погибли. Отец Никола, который стоит справа, я его уже показывал вам. Отец Игнатий, который сидит, погиб в 1938 в лагере в Чувашии. Вот монашка на заднем плане, она была выслана и уже не вернулась. И вот две молодые девушки, тоже монахини остались. И они, эти двое оставшихся, на самом деле их больше было, конечно, то есть все оставшиеся, они прекрасно понимали, что они будут следующие. И они были к этому готовы. Но они продолжали соблюдать свои монашеские обеты, выполнять священническую присягу, просто верить, просто ходить в церковь. И вот, собственно, именно потому, что там сотни тысяч были убиты, а миллионы вокруг них были готовы на это, но продолжали быть христианами, именно, собственно, это говорит о том, что страна оставалась христианской. Кстати, вот
мы сделали с моим другом выставку про вот эти вот тайные монашеские общины, она еще работает в Высокопетровском монастыре. Если вот я приглашаю, собственно, всех, если вы организуетесь с отцом Сергием, то я готов буду экскурсию провести, пока мы еще ее не закрыли. Но я думаю, до конца года она точно будет еще. Дальше будем договариваться. Вот. Начинается война. И дальше происходит очень интересная вещь, потому что ведь на оккупированных территориях не только приходы массовым образом открываются, а и епископат получает возможность некого, ну, более свободного маневра и более такого, ну, устроения, что ли, церковной жизни. Но это отдельная очень интересная история, что происходит, собственно, на оккупированных территориях в этот период. Одна из самых интересных территорий – это Прибалтика. Прибалтика – так называемый Прибалтийский экзархат Московского патриархата, которым руководит митрополит Сергий Воскресенский, находящийся в Риге. Ему подчиняется Латвия и Литва, Эстония не входит в экзархат, и оккупированная территория Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, где он организует выдающийся, как сейчас бы сказали, миссионерский проект, псковскую миссию, которая, собственно, координирует возрождение церковной жизни на оккупированных территориях не Прибалтики, а самой России. И он, очень интересно, пытается выстроить, разработать новый приходской устав. В ноябре 1942 года, как установил недавно, это не было раньше известно, это было обнаружено совсем недавно нашим коллегой из Пскова Константином Петровичем Обозным, которым вообще занимается этой проблематикой, он нашел, что в ноябре 1942 года митрополит Сергий на территории всего экзархата и Псковской миссии вводит временное положение о приходе. Оно было очень жестким. Запрещаются приходские собрания до восстановления нормальных условий мирной жизни. Очередные собрания запрещаются. Экстренные разрешены, но только с разрешения архиерея и военного коменданта. То есть, собственно, его лично, Сергия. Ну и коменданта военного, представители военных властей. Председатель собрания только представитель архиерея, даже не настоятель. Приходский совет, в него входят штатные клирики и миряне, председатель совета – настоятель, вот, все, значит, выбираются, все остальные выбираются советом, самим советом, и утверждаются благочинным. Очень интересно, что этот устав был молча, абсолютно лояльно, очень быстро принят к исполнению в Латвии и Литве, то есть на территории самого экзархата, и вызвал целую череду конфликтов на Псковщине, Новгородщине и Ленинградской области. Потому что, как выясняется, как мы теперь понимаем, собственно, вся вот эта вот старая, как бы советская часть территории помнила о завоеваниях, в кавычках, приходской революции. И там староста прямо говорит, как? Священник, а там большая часть священников была прибалтийцы. Но они были русские, но они были те, кто из Прибалтики приехали. И они очень жестко проводят эту вот политику на оккупированной территории. И староста говорит, как? Он требует от меня, чтобы я отдал ему кассу. Но это может решить только приходское собрание. Это же оно же мне ее вручило. То есть староста четко понимает, что он представитель прихода. Я не могу, я должен собрать приходское собрание. А священник, значит, его отлучает от причастия фактически. А вернее, он отказывается его исповедовать в качестве, так сказать, дисциплинарной меры. Вот это очень интересный, как сказать, опыт. Зачем это надо? Видимо, тут очень понятная такая история. Экзарх Сергий пытается, во-первых, устранить политические поводы для политического недовольства оккупационных властей, поэтому никакие приходские собрания быть не должны.
Мало ли, что они там будут обсуждать. Или мало ли, что немцы подумают, что они там обсуждают. А второй момент, очень важный, это попытка консолидировать ресурсы. Ресурсов очень мало, денежных. А он стремится открыть богословские курсы в Вильнюсе, в Вильне, чтобы готовить образованные, значит, чтобы, собственно, через которые должны пройти духовенство, которое он должен рукополагать. Священников не хватает. И он пытается из приходов как бы быстро, без всякого посредства приходского собрания и совета, изымать эти средства, чтобы они, соответственно, быстро пошли на, значит, вот богословские курсы в Вильне в том числе. И на издательскую деятельность, потому что миссия ведет достаточно большую издательскую деятельность в этот период. Конечно, понятно, что все равно он сталкивается с конфликтами, особенно на оккупированных территориях, но вот эта вот логика епископата 40-х, что нам нужно быстро-быстро как бы воспользоваться ситуацией, консолидироваться, выстроить некую такую вертикаль и мобилизовать церковь на новые задачи, которых у нее до этого как бы не было, образовательную, у нее не было возможности вести образование, там, издательскую. Вот она вот очень такая здесь уже проявляется. 31 января 45 года на соборе, который избрал патриархом московским и всея Руси Алексия Симанского, митрополита Ленинградского, принимается положение об управлении Русской Православной Церковью, в которой последний раздел фактически является компактным приходским уставом. Его основные положения. Очень интересно, что эта часть положение об управлении, она гораздо более мягкая, чем опыт митрополита Сергия Воскресенского на оккупированной территории. Никаких ограничений для приходских собраний нет. Созывайте сколько хотите. Настоятель, член приходской общины, это подчеркнуто специально, и это воспроизводит как бы установку собора 17-18 года. Есть что есть? Да, он председатель исполнительного органа, то есть приходского совета. Исполнительный орган – это терминология советской власти, которая входит в этот момент в церковное законодательство. То есть настоятель – председатель. Ну, собственно, так и на собор. Собор тоже так видел, что он председатель. Создается ревизионная комиссия. Это требует советское законодательство. Вот. Собор не предусматривал такого органа. Но весь советский период, 45 года, она будет существовать, ревизионная комиссия. И вот очень интересный момент, один из пунктов. В случае незакономерных действий, то есть действий, нарушающих закон советский, исполнительного органа или его отдельных членов, настоятель храма доносит об этом епархиальному архиерею, который по расследовании, не сразу, предлагает общине заменить неисправных членов новыми лицами. То есть архиерей не сам это делает, как, например, был проект у Владимира Николаевича Саблера 12-го года. Он не сам это делает, а предлагает общине. То есть это память о союзе епископата и прихожан, который имел место в 20-е годы, 30-е тоже, он живет здесь как бы в положение в управлении. Хотя, конечно, логика здесь другая. Логика – это выстроить некую церковную вертикаль. И об этом прямо говорит один из первых пунктов этого раздела положения. Настоятель храма является ответственным перед епархиальным архиереем за исправное, согласно с церковным уставом, совершение богослужения и за точное выполнение указаний епархиального архиерея в отношении духовного руководства, причтом и приходской общины. Да? То есть как бы не приход, а именно настоятель является ключевой фигурой новой как бы композиции, новой конфигурации системы церковного управления. Она вот такая. Она четко, вертикально структурирована. Настоятель ответственен перед епископом, епископ перед патриархом. Патриарх соответственным образом спускает соответствующие указания,
с приходом он соотносится на горизонтальном уровне, и, соответственно, настоятель в том числе ответственен за поступление денежных средств выше и выше, которые куда идут. Не распределяют, потому что у церкви больше нет ничего, есть только плата за, копейка за свечку. Ну и, за, соответственно, за, там, за просфорку, пожертвования. Больше ничего у нее нет. У нее нет ни хозяйства, у нее нет своих каких-то доходных статей, у нее нет другой собственности, ничего нет. У нее нет, есть такое пожертвование от приходов. Их нужно мобилизовать, чтобы открыть семинарии, академии, потому что государство их не финансирует. Оно финансирует только внешнеполитическую деятельность в этот период. Семинарии, академии, чтобы финансировать, поддерживать монастыри, и чтобы поддерживать, это очень важный элемент этой всей организации в 40-е и 50-е годы, маломощные приходы. Архиерей перераспределяет средства от более состоятельных приходов к менее состоятельным, чтобы они все жили. Потому что если приход, например, не может отремонтировать храм, заплатить налог или плату за свет, это прекрасный повод его закрыть для власти. Архиереи пытаются этого не допустить. Для этого нужно перераспределять деньги по вот этой структуре. Поэтому вот то, что было обработано не без конфликтов митрополитом Сергием Воскресенским в Прибалтике, начинает действовать, хотя и в более мягком ключе здесь, на всей территории Русской Церкви после 45 года. И еще одна важная деталь. Документ называется «Положение об управлении». Правительство, чиновники, которые, так сказать, руководят церковными проблематиками, они говорят, а почему у вас положение? Нужно устав принять Русской Церкви. Это серьезный закон, документ, мы готовы вам помочь в разработке устава. А все говорят, не-не-не, мы не будем разрабатывать, нам положение достаточно. Почему? Потому что положение, оно имеет другой статус, более низкий статус. Это как бы заведомо временный документ. Вот эта временность, иерархия 40-х годов, как бы она имеет в виду, она, извините за выражение, держит фигу в кармане постоянно. Потому что, ну, а мало ли, изменится ситуация, может быть, можно будет и устав принять. Правда, она изменится, как выяснится потом, только к 1988 году. Вот. Но это очень характерная психологическая черта. Это еще временный документ, положение. Потому что мы помним, у них это звучит иногда в кулуарах, так сказать, что идеалом является собор 17-го года, где вообще другая конфигурация. Но просто сейчас мы вынуждены вот так жить. Ключевой удар по этой системе наносится в 58-61 годах. Вообще, надо сказать, что хрущевская реформа гораздо более была, хрущевское антирелигиозное наступление гораздо лучше было продумано. И началась тайна с того, что был колоссальным образом в октябре 58 года повышен налог на свечи. И власть создала такую ситуацию, что налог уплачивался в конце года, что церковь должна была заплатить гораздо больше, чем было выручено средств от продажи свечей с января по октябрь. Задача была действительно именно такая, как они говорили, оголить церковные счета. Ну, просто забрать их, все деньги-то. Брать. Зачем? Ну, из того, что я только что сказал, это очень четко понятно. Зачем забирать эти деньги? Затем, чтобы они не могли поддерживать церкви, монастыри и учебные заведения. И как только вы не можете их поддерживать, мы их закроем. Потому что как? Ну, они же не могут содержать. Значит, как они... приход в упадке, потому что ну, нет верующих. Верующие нет, верующие маломощные. Только бабки одни, пережиток уже, поэтому мы закрываем. А то, что верующие, так сказать, пережили раскулачивание, войну там, и другие эксперименты, там уже, там, допустим, укрупнение колхозов 50-х годов, там еще одна такая интересная кампания,
Да, это мы как бы игнорируем, почему они нищие. Но они же не могут содержать сельский приход. Все, закрываем. То же самое с семинариями, то же самое с монастырями. Вот. А вторым очень важным моментом была так называемая административная реформа 61-го года, когда церкви был навязан, ну мы сейчас достаточно хорошо представляем себе, как это было сделано, вот этот вот отказ от того, что настоятель является, вот от этой вот фразы, что настоятель является ответственным лицом. Потому что они говорили советские власти, ну, это противоречит советскому законодательству. Потому что у нас в законе 29-го года нету категории настоятель. У нас священник наемный, человек двадцатки. Пожалуйста, верните свое законодательство к нашему советскому ленинскому законодательству. Потому что все, что вы получили в 40-е годы, это пережиток культа личности, периода культа личности и нарушения ленинского законодательства. Извольте вернуться к букве нашего советского закона. А что получается в результате? Ну, сначала по статистике. Значит, половина закрыта церквей. На конец, на начало 50-х, если не ошибаюсь, 14,5 тысяч приходов по всему Советскому Союзу. Это максимум между, соответственно, там, 30-ми годами и 88-м годом. 14,5 тысяч. Из них, в скобках, 10 тысяч открыто на оккупированных территориях. И еще около там, 3, ну, может быть, 2,5, это храмы, которые были на территориях, присоединенных Советским Союзом в 1939 году. Прибалтика, Западная Украина, Белоруссия и Бессарабия. Да, а все остальное, там примерно 1500, ну, может быть, 2, это весь остальной Союз. Половина из них закрыта в хрущевский период. 6,5 тысяч остается к 65-му году на всю эту территорию. Ну, монастыри и семинарии я ж тут не говорю, тут вот статистика есть. Как это отражается на приходе самом? Вот раньше, это если мы вот эту вертикаль, которую я показал вам на слайде, более раннем слайде, раньше ее можно было показать вот так, в виде такого очень четкого структурированного квадрата. Приход священник, священник-епископ, от епископа к патриарху, ну и епископ на своем уровне взаимодействует с властью. Очень часто, да, и это характерный момент, что власть взаимодействует с приходом и с священником, как правило, через епископа. Здесь, конечно, есть эта вот стрелка правая, но, как правило, вот через епископа она взаимодействует. Это принципиальная позиция так называемого нового курса, то есть с 1943 по 1958 год. Мы не будем влезать туда, вот, в вашу жизнь. Вот у нас есть представитель, епископ, с которым мы и взаимодействуем. А он там уже, пускай, выполняет наши указания, пожелания и так далее. Ну, понятно, что тут уже вопрос личных качеств, так сказать, умение как-то находить какие-то возможности, ну и так далее. Что, да, и вот эта вот фигура, которая в центре у нас оказывается этого прямоугольника, староста, она абсолютно вспомогательная. Более того, она может быть, а может не быть, вообще настоятель может быть старостой. Да, вот в этот период, до хрущевской реформы административной, она вот такая. Да, может быть, есть, может быть, нет. Но во всяком случае, он, во-первых, представитель прихода и человек, помогающий настоятелю вот, в осуществлении всей этой ситуации. Да, между ними могут быть конфликты, как вот на оккупированных территориях Псковщины я говорил, но в целом здесь нет чего-то такого фатального.
Совершенно по-другому, вот примерно так, выглядит ситуация после хрущевской административной реформы. Вот эти вот все прямые связи слабеют, и староста оказывается ключевой фигурой вот этой системы управления на приходском уровне, которую создает советская власть, потому что, собственно, это по ее инициативе все происходит. Да, вот эти связи все между приходом и священником, между священником и епископом, они размыкаются, слабеют. И староста оказывается ключевой фигурой, потому что мы восстанавливаем вообще-то ленинское законодательство, да, у нас священник вообще никто в приходе, наемное лицо, а, соответственно, староста ему платит деньги. Как представитель прихода, как председатель исполнительного органа, потому что по советскому законодательству именно староста председатель исполнительного органа. Вот. Священник, там епископу нужны какие-то взносы, ну, к старости. Нужно повлиять как-то на и того, и другого. Власть, не надо ему, зачем епископу? Ну, это сложно, они все такие специальные ребята. Можем нашему старости позвонить, договориться. Не нужно думать, что эта ситуация в каждом из 6000 приходов, что власть ставит своего кандидата вот на эту ключевую в этой конфигурации позицию, в 6000 приходов это не нужно. Представьте себе, как устроена в этот момент русская церковь. Ну, у нее примерно уже не 60 епархий, то что там некоторые епархии сдвоенные на одного архиерея, ну, у нее условно 50 с небольшим епархий в СССР. В каждой епархии есть собор, как правило, самая богатая церковь. А также еще есть 2-3 богатых, таких хороших церкви, крепких, они, как правило, кладбищенские. Да? Вот. Достаточно контролировать их, эти ключевые для церковной самостоятельности внутренней, потому что они дают церковные ресурсы, средства, эти храмы. Нужно контролировать, достаточно контролировать их. То есть, так, итого мы получаем примерно 200-250 церквей на Советский Союз, которые нужно реально контролировать по этой схеме. Ну, товарищи, 200 человек бывших завхозов, прапорщиков. Там не нужно, КГБшников нам туда не надо. Справятся хозяйственные работники. Какие-нибудь там третьестепенные бывшие сотрудники обкомов, исполкомов на пенсии. Вот они и пойдут на эти должности. И будут портить кровь прихожанам, духовенству и епископату с 61 по 88 год. Цитирую близко к тексту, значит, документ, хранящийся, мне его тоже пересказывали, потому что он не опубликован, если я не ошибаюсь. Сейчас. Саратовская епархия была одна из сдвоенных епархий. Она была Саратовская и Волгоградская. Представляете себе размерчик региона, да? Там был один епископ. Епископ Пимен Хмелевской. Значит, вот он, я сейчас не помню старости какого собора он пишет, Волгоградского или Саратовского, наверное, Волгоградского. Он пишет: прошу к Пасхе, значит, выдать духовенству собора там премии в таком-то размере, ну, расписывает премии, а также материал для пошива новых ряс. Епископ, там правящий епископ, Пимен, дата, подпись. Это примерно самое начало 70-х, этот документ. В ответ ему приходит бумага, она тоже в архиве лежит, рядом они, рядом лежат в архиве, бумаги эти. Идет бумага за подписью старосты собора с пометкой: копия уполномоченному по делам религий по, там, я не помню, Волгоградской, допустим, области, с таким текстом: отчисление к весеннему празднику на зарплаты духовенства
могут последовать, в условиях крупных отчислений советских верующих, трудящихся в фонд мира, повышение отчислений, премирование духовенства к весеннему празднику может последовать только в случае уменьшения епархиальных взносов. Денег на спецодежду нет. Староста. И с ним владыка Пимен жил почти 20 лет. Он его снял где-то, по-моему, в 87-м году. Ну, по крайней мере, вот в 87-88-м. Ну, они все бодрые были, ребята. Последние аксакалы еще в наше время, так сказать, доживали на московских приходах такие. Очень были такие. Таким образом, проведя эту административную реформу 61 года, советская власть получила блестящий рычаг манипулирования, контроля не только над приходским уровнем, но и над епархиальным, как мы только что видели. А контролируя епархиальный уровень, в том числе экономически, вы контролируете и патриархию, потому что вы как бы пресекаете ее ресурсы, возможности финансировать другие семинарии, монастыри. Про приходы мы уж не говорим. Ну, это не отменяет другую политику, так сказать, очень активную. Но это создает те условия, в которых живет, собственно, церковь и приход в течение всей конца советской эпохи. И властям в этой ситуации не нужно много закрывать церквей, хотя они продолжают их закрывать. Они закрывают в 60-х примерно по 50 церквей в год, а в 70-х примерно по 5-10 церквей в год по Союзу. Как бы мало, но тенденция понятна. Поэтому к началу 80-х у нас уже не 6 тысяч с чем-то, а 5-800, что ли, я не помню, как такой порядок. Вот. А начнут открывать ведь только в 87-м, еще через 7 лет. Конечно, дальше, собственно, у нас период подготовки к тысячелетию крещения Руси, которая стала ключевым моментом в переломе общественных и других настроений. Понятно, что этот перелом, он, конечно, был обусловлен прежде всего тем, что Советский Союз одряхлел, что одряхлела, и в том числе одряхлела система контроля над религиозными объединениями. Хотя еще в 1985 году Михаил Сергеевич Горбачев очень жестко отвечал на попытки епископата что-то изменить, в том числе на письмо, например, митрополита Алексея Ридигера, написанное ему как раз в этот период, то, что хорошо бы что-то так вот немножко у нас поменять в церковно-государственных отношениях. Он был управляющим делами Московской патриархии, и после этого владыка Алексей поехал в Эстонию гулять, заниматься, так сказать, чем-то другим, и в Москву больше не показываться, ему было сказано. Фактически он был выслан. Очень жестко еще реагирует. Но к 1988 году ситуация уже меняется, все уже немножко так расшатывается. Хотя нужно понимать, что церковь готовит этот процесс 9 лет. В 1979 году формируется комиссия по подготовке тысячелетия крещения Руси. И все первые половину этого срока церкви говорят, нет, ничего не будет. Ну там вы можете, конечно, что-то там попраздновать у себя, но вообще никаких мероприятий не будет. Там соборы, конференции, собор поместный, конференции, они были разрешены только весной 1988 года, в последний момент. И на ходу идеологической машине нужно было менять свою задачу, потому что еще в начале 88 года начинали выходить как по-прежнему такие глумливо издевательские статьи о том, что вот, мол, там некоторые готовятся к тысячелетию, вообще это полное мракобесие, и вот
да, о реакционном, реакционном, значит, значении факта крещения Руси. Потом быстро придется писать уже другие статьи о прогрессивном значении факта крещения Руси. А что повлияло? На изменения? Ну как, система расшатывается, ну, там разные были моменты. И Михаил Сергеевич, конечно, понял, что ему хорошо бы воспользоваться этим авторитетом. Ведь как традиция советской власти мобилизовать церковный авторитет для своих целей. В 43-м, в 61-м, в 88-м. Только тут уже получить можно было больше от советской власти в ответ. Да? Больше, там, чем в 43-м и больше, чем в 61-м. И 88-й год срочным образом, хотя первоначально, видимо, это было под вопросом, готовится новый устав Русской Православной Церкви, он уже называется «Устав», куда прямым образом вписывается большой раздел о приходе, в который прямо куски заимствуются из приходского устава собора 17-18 года. В частности, например, определение прихожан. Заимствуются прям текст, куски текста заимствуются. Но нужно понимать, что устав 88 года – это скорее такая декларация о намерениях. Сложно, то есть нельзя сказать, что прям вот по нему сейчас и будем жить дальше, долго и счастливо и так далее. То есть это тоже такая время, такой документ не вполне рассматривался как постоянный, очевидно, как мы сейчас можем представить. И еще один важный момент. Там, понимаете, за эти 20 лет, прошедшие 61 года, в качестве идеала начинает рассматриваться не только собор 17 года, который был где-то давно и далеко, он, конечно, прекрасен, но он как-то давно был, а еще и положение об управлении 45 года. Потому что вообще-то весь епископат 60-х годов, ну, не весь епископат, а вернее, так надо сказать, епископат в 60-е годы, лучшие его представители пытаются бороться с хрущевской административной реформой и вернуться. А вернуться куда? А вернуться, ну вот, вот к этой ситуации. Да, к ситуации некой вертикали, где настоятель – ключевая фигура, что можно позволить, собственно, опять мобилизовать церковь вот в этих сложных условиях. И устав 88 года – это такой микс, смешение из вот, возврата вот к этому положению и из неких текстов, заимствованных из деяний собора 17-18 года. В этом смысле у него логика как бы такая немножко плавающая. Вот. Ну а последующая, собственно, эволюция уже этого устава, она направлена на все большее такое ужесточение, как бы сказал Николай Дмитриевич Кузнецов, если мы вспомним дискуссии на человека институтного начала, последовательно такого его утверждения, да, и все больше участия епископа в, собственно, приходской, да, в приходской жизни. Да, и в последнем уставе у нас епископ является частью системы приходского управления, что вообще-то так, это некая, так, некая новация, конечно, вот в традиции обсуждения приходских уставов, начиная там с начала 20-го столетия. Кем принимался этот устав? Архиерейским собором. Архиерейским собором. Участник становится через то, что может менять состав приходского собрания по своему усмотрению. Ну, это его, да, это его основная, да, это его основная функция. То есть, может, то есть он, ну, там вообще-то много чего. То есть, во-первых, он записан как часть приходского управления. Во-вторых, он действительно может менять состав по своему усмотрению не только приходского совета, как планировал Владимир Карлович Саблер в 12 году, но и собрание. Потому что до этого всегда предполагалось, что собрание – это как бы констатация, ну, некого вот уже сложившегося сообщества. А здесь оказывается, что нет, собрание тоже может быть сформировано епархиальной властью. И потом, ну как, там практически, смотрите, по новому, вот особенно, собственно, гражданскому уставу, очень яркому, не так называемому каноническому, а именно гражданскому, который должен, собственно,
утверждается. Там по нему, во-первых, любые, практически любые действия с имуществом по благословению епархиальной власти совершаются. То есть там, там даже нет некой... Раньше как собор 17-го года? Границу некоторую. Ниже границы все самостоятельно, выше нет. Выше уже только по благословению. А здесь все по благословению. И еще очень важный момент. Любые приходские организации, братства, какие-то кружки, все организуют, все по благословению епархиальной власти. То, да, то есть это, помните, я вам говорил, синодальные уставы, они предполагали, что учреждения не будут приходу отданы. А здесь их и даже приход и создать не может без санкций епархиального уровня. Да, то есть фактически действительно, собственно, все и в имущественной сфере, и в организационной сфере возможно только с участием епархиального уровня. И это, конечно, такая максимальная абсолютизация институтного начала. Здесь это четко, это совершенно понятно. Вопрос в другом, насколько это реально может быть реализуемо. Вот, это дискуссионный вопрос, но это же вопрос к практикам. Да. Ну, за каждым... Вчера вы цитировали, да. Ну, действующего по своему намерению. Да. Человека, которому приходилось это делать. Да, 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 да. Да. Здесь, ну, вот это вопрос к практикам. Мы не... Да. Вот, на самом деле, на этом я, пожалуй, закончу наши двухдневные, соответственно, беседы на эту тему. Я еще раз вас благодарю за внимание.